В Сочи, как и по всей стране, количество родителей, воспитывающих детей с расстройством аутического спектра, растет. Статистика неутешительная. Более 70 таких семей на курорте объединяет общественная организация «Радуга Сочи». Она совместно с книжным магазином «Стеллаж» и проводит благотворительную акцию «Возьми книгу, помоги детям». Каждый желающий может принести и поставить на этот стеллаж любую книгу из своей домашней библиотеки. Также каждый желающий может прийти и бесплатно взять книгу со стеллажа. Тут же ящик для пожертвований. С миру по нитки, говорят родители, и у детей появится возможность получать главное для них лекарство, которым для аутистов считается социализация. Администрация города, за что мы ее очень благодарим, выделила нам помещение на Макаренко. Но это помещение, естественно, нуждается в ремонте. Естественно, мы нуждаемся в том, чтобы обучить и привлечь специалистов, купить какие-то минимальнейшие оборудования. Все это требует денег. А «Радуга», она существует исключительно на средства, собственное средство родителей этих детей. Это, к сожалению, очень небогатые семьи. Ну и, соответственно, надо помочь, надо. Занятия со специалистами необходимы этим детям как воздух. Как известно, медикаментозное лечение в этом случае бессмысленно. А еще родители мечтают повести своих детей на святые источники, что в Салахауле. На аренду автобуса также нужны средства.